Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, сегодня предновогоднее вскрытие сундуков. Вскроем ПВЕшные сундучки, вскроем ПВЕшные сундучки. Собственно, последняя среда в этом году, и, быть может, она чем-нибудь порадует. Поставим добычу на танцующего с ветра и повскрываем сундучок ПВЕшный и ПВПшный. Что это? О, это одноручка на дамагера, весьма неплохо. И ключик весьма благоприятный, осада Барауса, модификатор, конечно, такие себе, усиливающий укрепленный упрямый, тройное У. Ну да ладно, в принципе, все проходимо и все убиваемо в текущем эквипе, с текущей некой и с текущими азеритовыми кусочками. С ПВП сундука я бы хотел полутать азеритку на самом деле, с целью того, чтобы распылить ее и получить пуль титанов. Количество ее растет, и это не может не радовать. Так. Аналогично лут на дамагера. Ступни 365. Окей. Их я отправлю на продажу просто-напросто торговцу. Ну а одноручка, я думаю, будет чуточку полезнее, чем мой 370-й в текущий момент оффхенд. Идем далее на ДК. Быть может, ДК что-то полезного залутает. Ну, азеритку, конечно, нельзя полутать с недельного сундука. Но пушечку, какой-нибудь тринкет, быть может, интересный, вполне можно залутать. Ну-ка. Прогрузится она сегодня вообще? Конечно. Так. Поехали. ПВП сундука на ДК не накопилось, я не особо сильно на нем нападение делал. Но... и ладно. Перчатки вообще ни к чему. Их можно спокойно отправить на утилизацию с целью получения руды и в будущем дистиллиума. На монахи его многовато, поэтому можно уже просто вещицы продавать торговцу. Кожа слишком дешево стоит, особенно та шкура, которая дропает. Синего и зеленого качества. А руда еще весьма неплохо стоит в цене. Ну, воинам, быть может, что-то полезное упадет, потому что 375-й лут, эквип всего лишь. Лут должен быть хорош. Это факт. Тринкет. Искусность и юзабельная сила. Ну, окей, почему бы и нет, на самом деле, но приятнее было бы, конечно, что-то на хосту лутануть. Я подумаю насчет этой тринки. В принципе, она неплохая, на самом деле. Весьма хорошая. Ну и ПВП сундучок там что-то вообще мелкое выпадет. 350-го, что ли, крипа или что-то типа такого. Там просто вскрыть ради прикола, да и все. Видно уже будет. Так, что же это? О, так это азеридочка, которой у меня не было, и она пойдет на трансмог в будущем. Неплохо, неплохо. Плюс азеритовая пыль. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Как говорится, удачи в наступающем году. Не забывайте смотреть другие видосики различные на ютубе. Ну и удачи при вскрытии сундуков. До скорого, берегите ноги.